8 ноября Ростелеком презентовал свою новую услугу, которая неразрывно связана с сетью интернет. Речь идет о видеонаблюдении, благодаря которому, отсутствуя дома, можно быть в курсе всего там происходящего. Продукт он коробочный, потому что он не требует каких-то дополнительных навыков от пользователя. Его может установить у себя дома любой. Это раз. Второе. Этот продукт работает на сетях любых операторов связи. Одно минимальное требование – скорость доступа в сеть интернет должна быть больше 512 кбит в секунду. Подключить ее может любой. Для абонентов Ростелекома дадут рассрочку на оплату услуги. Остальные воспользуются новшеством при полной оплате. Это одна из составляющих частей услуги «Умный дом». Почему умный? Ну, казалось бы, просто видеонаблюдение, да? На самом деле нет. Здесь при изменении ситуации внутри вашего домовладения, там свет моргнул, какое-то движение пошло, вам на ваше мобильное устройство, либо на стационарный компьютер приходит уведомление, что среда как-то поменялась. Проследить за ребенком, который один дома, за престарелыми родителями, сможет Wi-Fi-камера и сеть интернет. Какой именно тариф подключить – выбор за самими абонентами. Все данные будут храниться на серверах в облаке. Она многопользовательская, то есть могут несколько человек пользоваться одной камерой, просматривать. Но она закреплена на один лицевой счет. Вот, соответственно, к одному лицевому счету можно подключить неограниченное количество видеокамер. Кстати, в среду орловский филиал компании «Ростелеком» не только презентовал новую услугу. Присутствующим на встрече журналистам предложили заняться творчеством совместно с мастерской «Мир в цвете». Акулы-пера разрисовывали орлиное оперение. Сергей Сергеев, Виктор Юркова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».